На портале manabalt.lv начат сбор подписей за отмену инициативы Министерства образования о прекращении финансирования бесплатных обедов, предназначенных для учеников начальной школы. В случае, если будут собраны 10 тысяч подписей, а в этом уже никто и не сомневается, этот вопрос будет вынесен на рассмотрение депутатов Сейма. Следует отметить, что днем ранее Министерство образования предложило направить сэкономленные на школьных обедах деньги на повышение оплаты труда педагогов. Мы считаем, что это не совсем корректное и непродуманное заявление. И это заявление готовилось Министерством образования для Министерства финансов, как информационное сообщение по вопросам бюджета следующего года и еще остальных период трехлетнего периода. И если считать, что таким образом можно решить вопросы зарплаты педагогов, ну, тут немного, во-первых, конфронтация такая получается на детей, снимаем питание, отдаем педагогам эти деньги. Ну, и если вспомнить, например, всю историю, как самоуправление достигли вот этого момента питания, потому что всегда говорили, что мы смотрим на скандинавский пример, и там очень качественное образование, и хорошая система поддержки, которая очень тесно связана с этим, да, и, например, в той же самой Финляндии в законодательстве уже говорено, что 50% от необходимых калорий ребенок должен получить, ну, учреждение образования, где учится, да, и они это строго выполняют, выделяются государственные дотации на эти нужды, и никаких вопросов не возникает. Янис Докшинский отметил, если государство переложит эти функции на самоуправление, то дополнительно придется изыскать более 700 тысяч евро в год. Конечно, мы будем искать возможность детей покормить, но тогда нужно снимать с других позиций каких-то, с других программ. А есть самоуправления, у которых не будет этих лишних денег, тогда получается, что дети просто останутся, ну, бесцентрализованно, без дотации питания. Да? А цель этого была, чтобы, ну, поддержка семьи, и это очень тесно связано с образованием, потому что здоровый ребенок, во-первых, это и обучение правильному питанию через вот эти программы дотации, да, централизованной. И плюс, чтобы, ну, не было, не зависело от достатка семьи, там, кошелька родителей и так далее, все дети покормлены, и, ну, учеба, в принципе, из этого не страдает, наоборот, процесс улучшается. Сегодня профсоюз работников образования и науки выступил против того, чтобы зарплаты учителям повышали за счет обедов детей, и требует от Министерства образования выполнения ранее данных обещаний. Даугавпилсская городская дума объявила конкурс на должность директора футбольной школы. Заявок от претендентов ждут до 16 сентября. Кандидат должен иметь высшее педагогическое образование или высшее образование, а также дополнительное образование в области педагогики. Опыт работы тренером или спортивным педагогом не менее 5 лет, либо опыт руководящей работы в учреждениях образования – или в спортивных учреждениях не менее 3 лет. Кроме государственного языка, необходимо владеть хотя бы одним официальным языком Евросоюза. Дополнительным бонусом будет считаться лицензия футбольного тренера А УЕФА или УЕФА ПРО, либо наличие сертификата спортивного специалиста категории А или Б. Со своей стороны, самоуправление обещает новому руководителю футбольной школы интересную работу и зарплату в размере 1150 евро до уплаты налогов. С нового учебного года основная школа Венивас не будет самостоятельно организовывать питание учащихся. Организацией займется частная компания. Таким образом, депутаты самоуправления удовлетворили просьбу администрации учебного заведения. Как пояснила руководитель управления образования Марина Исупова, причина в том, что директор государственной гимназии уже давно высказывала пожелание обратиться за оказанием этой услуги в специализирующуюся в этой области компанию. Однако опрошенные предприниматели заявили, что государственная гимназия сама по себе как объект мало их интересует. Поэтому и было принято решение о том, что к услугам частной компании прибегнут как государственная гимназия, так и школа Венибас. На очередном заседании Думы депутаты приняли решение об оплате обучения 4 будущим стоматологам. Согласно этому решению, каждому зубному врачу город полностью оплатит обучение в университете имени Страдания, которое они начинают в этом учебном году и закончат в 2024 году. Оплата составит до 12 тысяч евро в год. Кроме того, город будет платить будущим стоматологам стипендию в размере 365 евро за каждый месяц учебы.
учебы. После получения диплома молодые врачи будут трудоустроены в городской стоматологической поликлинике, где обязуются отработать как минимум 10 лет и на полную ставку. При этом 50% времени врачи будут оказывать стоматологические услуги детям. Разыкинская больница ввела современный функциональный платежный документ – электронную квитанцию. Поэтому пациентам больше не нужно хранить бумажные чеки за получение медицинских услуг. По согласию клиента, все чеки больница отправит в службу госдоходов с указанием имени, фамилии, персональным кодом и информацией об оплате медицинских услуг. Данные будут отправляться один раз в четверть и автоматически будут внесены в годовую декларацию о доходах. Внимание! В связи с состоянием здоровья актера на неопределенный срок переносится премьера спектакля «Афабуласьона» или «Непристойная трагедия». Запланированные на 14 и 15 сентября, а также 6 октября спектакли отменяются. Зрителям, которые приобрели билеты на вышеуказанный спектакль, Даугавпилский театр предлагает следующее. Сдать билет и вернуть деньги. Либо в кассе Даугавпилского театра обменять этот билет на любые другие спектакли Даугавпилского театра. Билеты также можно сохранить до объявления новой даты премьера спектакля и потом обменять их в кассе на новые с измененной датой. Всю дополнительную информацию можно получить по телефонам 654-26-520 или 654-26-720. После торжественных линеек, которые пройдут в учебных заведениях в понедельник 2 сентября, детско-юношеский центр Яунеба приглашает всех на площадь Единства, где с 12 до 15 часов выступят творческие коллективы центра. Также здесь же будет установлена игровая площадка. В свою очередь с 18 до 22 часов молодежный отдел городской думы организует на площади вечеринку ко Дню знаний. В программе аттракционы, финал конкурса «Яунат Невар», а также дискотека. По уже многолетней традиции в преддверии начала нового учебного года в гости к первоклассникам, проживающим в социальном доме по улице Шаура, 28, приходят гости – сотрудники компании «Даутком», чтобы поздравить еще вчерашних дошколят с началом нового этапа в их жизни. А сейчас я хочу нашим первоклассникам и еще одному, который выехал по делам, вручить рюкзачки, держать себе. Чтобы они вот в школу пошли, хорошо учились, выполняли все домашние задания, в будущем, чтобы у вас все было хорошо, желаю вам счастья, успехов в учебе и благополучия вам и вашим семьям. Да? Спасибо вам. В этот день первоклассники получили в подарок рюкзак со школьными принадлежностями, которые, несомненно, им понадобятся во время уроков и выполнения домашних заданий.